Я всех приветствую на своем канале. Нахожусь в магазине Fix Price, это город семей. В магазине огромное поступление товаров. Постараюсь показать вам самое интересное. Поехали. Поступили вот такие заварочные чайники. Подобные чайники уже были. Сейчас они с цветной ручкой и цветной крышкой. Объем чайника 1,1 литр. Материал буросиликатное стекло, цена 1599 тенге. И есть вот такие чайники, они чуть поменьше, объем 0,7 литров. Ручка тоже цветная, есть разного цвета ручки. Крышка из бамбука. Сам чайник буросиликатное стекло, цена 1899 тенге. Поступили вот такие кружки. Кружка с ситечком. Есть крышка. Материал тоже буросиликатное стекло, сталь. Объем кружки 410 миллилитров. Ценники пока не установили. Так выглядит эта кружка. В продаже появилась вот такая термокружка. Объем кружки 420 миллилитров. Материал нержавеющая сталь. Цены пока тоже еще нет. Появилась в продаже вот такая бутылочка для напитков. Объем этой бутылочки 1 литр. Такая необычная вытянутая форма. Материал нержавеющая сталь. Можно использовать для любых напитков. Ценника пока тоже нет. В этом магазине тоже появились вот такие красивые стаканы. С красивым зимним рисунком. Материал буросиликатное стекло. Объем стакана 470 миллилитров. Рисуночки есть разные. Красивый стакан. Появилась в продаже вот такое блюдце чайное. Диаметр блюдца 13,5 сантиметров. Материал стекло. Цена 274 тенге. В продаже появилась вот такая большая тарелка овальной формы. Размер этой тарелки 33 на 25 сантиметров. Красивый рисунок. Состав натрий, кальций, силикатное стекло. Цена такой тарелки 649 тенге. Появилась в продаже вот такая масленка. Основание нержавеющая сталь, верх пластик. Цена такой масленки 833 тенге. Есть также в продаже вот такая бутылочка для масла. Объем этой бутылочки 200 миллилитров. Материал буросиликатное стекло. Цена такой бутылочки 649 тенге. Мельница для специй электрическая. Коробка запечатанная, показать не могу. Вот так она выглядит на рисунке. Материал АБС пластик, полистирол, полипропилен. Цена такой мельницы 1899 тенге. Интересная емкость для специй. Объем этой емкости 200 миллилитров. Прямоугольной формы. Материал полистирол. Крышка силиконовая. Расцветки есть в ассортименте. Корзинки симпатичные для фруктов. Диаметр этой корзинки 25 сантиметров. Материал углеводистая сталь. Очень симпатичная. Такой лаконичный дизайн. Привезли вот такие ковшики. Ковшик с ручкой. Крышка стеклянная. Материал углеродистая сталь. Объем ковшика 1,5 литра. Выполнено все качественно. Ценника пока тоже еще нет. Привезли вот такие жестяные баночки. Прямоугольной формы. Материал жесть. Объем 2,25 литра. Расцветочки есть в ассортименте. Симпатичные, удобные баночки для хранения.
продаже появились вот такие книжки для детей, для чтения со взрослыми, с троем, с папой. Очень красочные, крупный шрифт. Такая есть. Котенок Пух. Чудеса под Новый год. Классные, яркие книжки. Декоративные фигурки лошадки. Лошадки очень симпатичные. Размер лошадки примерно 15-17 сантиметров. Материал керамика. Цена лошадки 1599 тенге. Из этой же серии появилась вот такая декоративная тарелка для украшений и для аксессуаров. Материал керамика. Она такого белого цвета с пятнышками. Очень симпатичная тарелочка. Такие декоративные вазы из той же серии белого цвета. Материал керамика в крапинку. Ваза называется Нордик. Высота примерно 22-20 сантиметров. Симпатичная ваза. Из этой же серии такая свечка с разными запахами есть. Материал тоже керамика, тоже в крапинку. Она такая более молочного цвета. Симпатично будет смотреться. В этом магазине тоже есть в продаже вот эти декоративные фигурки птички. Они есть в чисто белом цвете и есть также в крапинку молочного цвета. Материал тоже керамика. Также из этой серии появились в продаже вот такие вазы. Ваза Сканди, она небольшая. Высота примерно 15 сантиметров. Есть вот такие небольшие вазы тоже Сканди. Она сантиметров 8. Такие же шкатулочки. Так открывается крышка у этой шкатулки. Также привезли в этот магазин вот такое декоративное кашпо. Металлическое с ручками. Ручки кожаные. Кашпо небольшое. Высота примерно 20 сантиметров. Цена 999 тенге. Очень симпатичное кашпо. И очень много товаров, посвященных Дню Святого Валентина. Вот такая декоративная коробочка, почтовый ящик. Материал жесть. Цена 733 тенге. Есть в продаже вот такие светильники со свечкой. Работают от батарейки. Цена 999 тенге. Материал тоже жесть. Расцветки есть в ассортименте. Появились вот такие кружки из этой же серии. Серия называется «Люблю». Объем крышки 320 мл. Материал фарфор. Цена кружки 649 тенге. И вот посмотрите, какие красивые есть расцветочки. Такие кружки. Очень красивой формы, с котиками. Объем кружки 400 мл. Материал тоже фарфор. Цена этой кружки 999 тенге. Набор мыльных розочек. Здесь в наборе 9 мыльных розочек. Отличный подарок ко Дню Святого Валентина. Цена набора 649 тенге. Небольшие шкатулки. Шкатулки жестяные. Цвета есть в ассортименте. Размер шкатулки 7,5 сантиметров на 3,5. Цена невысокая. 274 тенге. Тоже отличный подарок ко Дню Святого Валентина. Есть вот такая надпись деревянная «Любовь». И здесь же в наборе это есть декоративные прищепки.
покажу с обратной стороны. Их, по-моему, 16 штук. Симпатичная деревянная надпись. Цена этой надписи 1099 тенге. Есть вот такая симпатичная фоторамка с котиками. У котика ножки свисают. Цвета есть в ассортименте. Только повесили. Очень симпатичная фоторамка. Размер фоторамки 24 на 18,5 сантиметров. Цена 1299 тенге. И есть вот такая декоративная доска. Это дерево. Цена такой декоративной доски 999 тенге. Можно делать какие-то надписи здесь. Классные товары. Есть вот такие симпатичные игрушки. Мишки. Высота 11 сантиметров. Цвета разные. Цена 649 тенге. Вот достала из коробки такое декоративное украшение. Деревянная кошка. Это садовое украшение. Размер примерно 25 сантиметров. Они еще в коробке. Их еще не разложили. Цену не знаю. Очень симпатичное декоративное садовое украшение. Они есть в ассортименте. Детские игрушки. Мягкие набивные. Вот такой симпатичный утенок. Покажу его поближе. Просто-напросто красавец. Есть мишки. Цена таких игрушек 1299 тенге. Утенок просто замечательный. Привезли также вот такие симпатичные блокнотики. Блокнот называется «Люблю». Здесь 60 листов. Все запечатано, показать не могу. Цена такого блокнота 1299 тенге. Есть также вот такие блокнотики. Здесь 80 листов из этой же серии. Цена 999 тенге. Сюда привезли тоже вот такие подставки для телефона. Материал полирезин. Подставочки есть в ассортименте. Очень симпатичная. Цена 733 тенге. И также здесь в этом магазине есть вот такие декоративные фигурки. Называются «Для тебя». Это вот такие симпатичные девочки с свисающими ножками. Очень симпатичные. Они есть в разных цветах. Я себе вот такую приобрела на полочку. Очень красиво смотрится. Цена 649 тенге. Также здесь в продаже поступили вот такие баночки небольшие. В баночке находятся сухоцветы разных цветов. И есть записочки. Крышка пробковая, баночка стекло. Цена 449 тенге. Еще один симпатичный товар. Это вот такой набор сердечек. Здесь в наборе 6 сердечек свечей. Цена 649 тенге такого набора. Очень много разных открыток валентинок. Цена этих открыток 44 тенге. Поступили также вот такие подушки. Подушки с ушками. Мягко набивные. Есть разные расцветочки. Цена этой подушки 1299 тенге. Также из новинок поступили вот такие леденцы без сахара, с витамином, с натуральным соком, гранат. Цена этих леденцов 533 тенге. Есть различные желе со вкусом фруктов ассорти 360 грамм. Цена 649 тенге. Есть вот такая леденцовая карамель. Акварельки. Цена 399 тенге. Поступили бананы в шоколаде. Объем 90 грамм, цена 449 тенге. Такие жевательные конфеты. Цены на них пока нет. Я постаралась показать вам самые интересные товары. Но товаров очень много. И показать все в одном видео просто нереально.
Ну и по традиции хочу показать свои покупки из магазина Fix Price. Покупки у меня из двух разных магазинов Fix Price. В магазине товаров было огромное количество, хотелось очень многое купить, но вот приобрела только то, что мне оказалось нужным. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть мои покупки. В основном это товары для дома, для кухни. Приобрела вот такое чистящее средство Азелит Грас, антижир для плит, духовок и грилей. Это средство очень хорошее. Я думаю, все это прекрасно знают. Здесь объем 600 мл. Прекрасно чистит это средство. Все поверхности удаляет прекрасно жир. Стоимость этого средства 1299 тенге. Цены называю в тенге, чтобы получить российские рубли. Эту цену нужно разделить примерно на 5, и тогда получится российский рубль. Дальше следующее средство. Капсулы. Капсулы для стирки Биолан. Я их беру уже в третий раз. Здесь 16 капсул. Приятный запах. Отстирывает, в принципе, неплохо. Стоимость этих 16 капсул 1099 тенге. Но если переводить в российские рубли, я еще раз повторяю, нужно разделить на 5. Это будет где-то приблизительно 200 российских рублей. Дальше следующее средство из маломоющих средств. Это гель Palmolive. Здесь большой объем. Я его тоже беру не в первый раз, просто каждый раз беру с разными запахами. Здесь объем 600 мл, хватает надолго, очень хороший гель, в меру густой, в меру хорошо пенится и очень приятный запах. Вот такие пакеты для мусора. По карточке они были по очень приятной цене, по-моему, где-то 260 тенге. Ну, совсем дешево. Следующая моя покупка – это вот такие салфетки бумажные «Плюш». Здесь 230 листов, два слоя. Цена довольно-таки приятная. 399 тенге. Дальше следующая моя покупка из магазина Fix Price. Это вот такой гранатовый сокосодержащий напиток. Азербайджанский гранат. Я тоже беру его во второй или в третий раз. Довольно-таки приятный сок. Вернее, даже сокосодержащий напиток. Ну и очень вкусный. Тоже однозначно советую покупки. Цена тоже приятная. 399 тенге. Из нового, что я не брала, поступили вот такие торфяные таблеточки. Торфяные таблетки в оболочке. Здесь диаметр этой таблетки 42 мм, но чуть больше 4 сантиметров. Насколько они хороши, я не знаю. Именно вот такие таблетки одиночные я беру в первый раз. Обычно покупаю целыми упаковками, где по 12 штук или даже больше, по 20 штук. А здесь вот решила первый раз приобрести вот такие одиночные торфяные таблеточки. Взяла их пока 10 штук на пробу. Если понравится, то буду брать еще. Стоимость одной таблетки 54 тенге. В принципе, не так дорого. Самое главное, чтобы они при набухании не развалились. Вот это самое главное. Проверим, посмотрим. Я хочу проверить, пока они есть в продаже, хочу проверить буквально завтра. Если будет все нормально, то приобрету обязательно еще. Вот такой небольшой пакетик приобрела. Это удобрение для своих домашних цветов. У меня есть розы, несколько видов роз дома. Ну и для подкормки приобрела этот пакетик удобрений. Однозначно пригодится. Ну, вот это товары, которые я, в принципе, беру постоянно в Fix Price. Я обрела вот такую симпатичную декоративную фигурку. Я просто-напросто не могла пройти мимо этой симпатичной куколки. Эту фигурку можно поставить куда-нибудь на книжную полку. Очень симпатичная куколка, я думаю, понравится любому. Вот такая покупка. Стоимость этой декоративной фигурки 649 тенге. Ну вот так я примостила свою декоративную фигурку, девочку, на кухонную полочку. Смотрится превосходно. Вот так болтаются ее ножки. Я буквально влюбилась в эту декоративную фигурку. Классно смотрится.
И еще одна покупка, мимо которой я не могла пройти, я неравнодушна к таким вещам, это декоративный поднос. Он довольно-таки большой, выполнен из дерева. Размер этого подноса 39 сантиметров на 14 сантиметров. Я искала такие подносы на Wildberries, даже положила себе в корзину, но когда увидела здесь в фикс-прайсе, то в фикс-прайсе они в два раза дешевле, чем на Wildberries. И, конечно же, сразу приобрела вот такой сервировочный поднос. Цена такого подноса 1899 тенге. Если переводить в российские рубли, это чуть больше 300 российских рублей. Я думаю, совсем недорого для такой вещицы. Ну вот, я распаковала этот поднос. Выглядит он таким образом. Подносом очень довольна. Отличная шлифовка, все хорошо отшлифовано, поднос гладкий, нет никаких абсолютно заусенец. Я боялась, что он будет какой-нибудь шершавый. Нет, выполнено все очень и очень качественно. Натуральное дерево, прекрасный размер. Единственное, нельзя мыть в посудомойке. И вот у меня дома есть такие соусники или небольшие тарелочки. Они идеально совпали по цвету, чему я очень рада. Можно будет прекрасно сервировать стол при помощи этого подноса и вот таких соусников. Эти соусники я покупала еще на AliExpress. Поэтому, если кому-то надо, кто-то хотел купить, бегите в FixPrice, покупайте, пока они есть еще в наличии. Они того стоят. И самое главное, цена не такая высокая. Даже по сравнению с Wildberries дешевле почти в два раза. Вот такие покупки были у меня сегодня в магазине Fix Price. Вообще в Fix Price поступило очень много товаров, посвященных Дню Святого Валентина, посвященных 23 февраля. Можно выбрать много интересных игрушек, поделок к этим праздникам. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Ну и, конечно же, желаю всем добра, здоровья, позитива. Всем пока-пока!